der Mensch nicht gern alleine, denn die Liebe im hellen Mondenscheine. Эту картину под названием «Девушка моей мечты» Штирлиц смотрел в шестой раз. Он ненавидел эту картину. Он уже не мог смотреть на Мари Курок и слушать эту музыку. В этом кинотеатре он регулярно встречался с дип-курьером по фамилии Свенсон. Дип-курьер Свенсон курсировал между Берлином и Стокгольмом, попутно поставляя информацию для конторы Шелленберга. Сведения, которые сегодня ждал Штирлиц, были крайне важны для Шелленберга. Сегодня Штирлиц в шестой раз посмотрел «Девушку моей мечты» и в шестой раз уехал, не встретив своего агента.